Здравствуйте, меня зовут Федорова Галина. Я владелец бизнеса, у нас свой ресторан с моим компаньоном Ольгой, она тоже на семинаре. Мы на самом деле пришли, наверное, за вдохновением, за каким-то, чтобы в нашей голове структурировалось, что мы можем сделать для нашего ресторана. Мы открыты 7-й месяц, довольно много сделано, мы не видим какой-то результат, поэтому вот пришли, чтобы в нашу голову вложили вот какой-то, наверное, пошаговый план, что мы могли бы сделать, какую идею создать, и для себя много услышали нового, интересного. Очень хотелось бы воплотить идею, которую мы услышали, создать ее, продвинуть и потом рассказать, как она получилась. Спасибо.